Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. С вами вновь я, Костян. И вы вновь на Енисее. И как обычно на канале «Это не диалоги о рыбалке». И сериал «Черная дыра» продолжается. Сегодня у нас погода чудит, задует. Мелкий снег, как ливень. Температура минус 6 градусов. А завтра обещают минус 35 с ветром. На послезавтра 40-42. Вот такие скачки погоды в этом году непонятные. Ладно, будем в надежде на удачу. Так, что-то у меня там снега в лунке куча осталось. Сейчас все посплывает сюда. Лунка нужна визуально, чтоб ничего не упустить. Никаких моментов исходов. Как вчера. Кто-то еще издалека на буране едет. Видать, с поселка с какого-то. С деревни. Живчики. Сегодня мелочь. Ну что есть, то и наживем. Выбирать не приходится. Сегодня наживку не рыбачил. Так что будем наживлять, что есть. И оставлять по возможности, что там останется живое. Ну что, поперли? Попер-хопер. Угу, ёршик-живчик. Оставляем. Опа! Жареночек. Подкатил. Крючок пустой. Так, а на том перемете я сорогу одну наживил. На самый последний крючок. Пустой крючок. Что-то пообъедали ершей. Пусто. Это плохо. Смотри, что везде все посодрано. Это мелкий налим шалит. Сдирает. Не глотает нифига. Вот такой вот. О, сам ушел. Выплюнул. Как он так? Крючки острючие. Вот смотри, что. Шнурки. С краю сидит. Нет, перед морозами. Ну, в принципе, килограммовый. Мы его заберем.
потому что в морозы буду отдыхать. Скорее всего, сделаю себе каникулы. Налим будет нужен дома. В завод. Это желтое пузо у него. Успокойся. Ничего. Евростандарт нацеплялся. Самый вкусный размер. Этот еще меньше, ну за год. А куда ты? Где бонус-то сегодня? И чё? Ерша все хотят кушать. Какой шустрый, а? Резвый. Все пособрал мне тут. Все, груз подошел. Ну, на этом перемете все. Нифига их нацеплялось тут сегодня. Так, ладно, крюк не забудь потом. Ладно, что, наживляемся. И едем на тот перемет в надежде все-таки на бонус. Вот и пернатый друг прилетел. Уже на второй круг заходит. Оглядывает. Оставим ему бонуса перед морозами на той лунке. Вереница буранов пошла. 5 или 6 штук. Кто-то из деревни, из какой-то, с Варкова или со Старого, домой возвращаются. Видать, перед Новым годом приезжали за продуктами, затаривались. Продукты, бензин. Сидит красавчик на той лунке, ждет. Ждет, когда отъеду отсюда. Значит, на этой лунке ему оставлю налимчика. Пускай кушает.
друзья. Надеемся и верим. Видали, что в первую очередь ест ворон? Ворон ест самое вкусное у Налима. Максов. Но всего Налима он доест. Так что переживать не за что. Доброе дело сегодня сделали, птицу накормили. Ой, ветер сегодня, видать, никто не ездит. Голодует птица. Посмотрим, что здесь ёрш нам дал сегодня. Так, один живой сидит. Второй живой сидит. Китикетик. Нет, нет, ты иди в лунку. Попробуем вас сэкономить. На пищу хреново выглядишь, ты хорошо выглядишь. Ну, смотри, что наживка вся висит живая. Блин, крючки цепляются там, расстояние маленькое. Ерши все живехенькие. Не знаю, почему не сработало здесь. Так, давай, давай. Сорога осталась. О, сорогу обсосали всю. Вся высосанная. Тоже, видимо, какой-то мелкий жевал. Ну что, друзья, вот так вы сегодня отрыбачились. В принципе, я думаю, на морозы мне рыбы хватит. Не хватит, так выскочу, если что, разок. Ну и как всегда, с вами был я, Костян. Как всегда, с вами был Енисей и сериал «Черная дыра». Продолжение следует. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. Ну и как всегда, до встречи на реке, друзья.